Тест-камеры Honor 10 Lite. Свежая новинка. Прям свежая-свежая. Сейчас только что мы отсняли Huawei P Smart 19 года. И я не просто так это говорю, потому что камеры абсолютно одинаковые. Как бы то странно ни было, там 13 основная, один ствол и два вспомогательные мегапикселя, второй ствол. И здесь абсолютно такая же камера. Камеры достаточно здесь скромные, но при этом пишут точно так же, как и Huawei P Smart 19 года, его главный конкурент, 60 FPS. Также нет, конечно, оптической стабилизации, она только есть электронная. И сейчас давайте повертимся по кругу, чтобы показать, какая картинка получается, потому что мне солнце слепит дико. Вы все меня спрашивали, где я работаю. Я вот так, аккуратно. Ну и далее, в такой крупной корпорации работаю. Мы опять идем к рыбаку, у нас уже очередной сюжет. У нас такой местный канал. Мы приехали в деревню, где один рыбак. Ты знаешь, кто должен переодеваться постоянно? Как вы поняли, у меня ничего не изменилось. Прошло полторы сутки, как вы снимали тот телефон. Место на самом деле очень удачное. Координаты оставим? Да. Координаты скинем. Рыбная, на самом деле. Судаков только относит в тачку. Че я еще? А, давай опять проверим, замыл, не замыл. Я уже устал щуриться, потому что солнце очень жесткое, и когда ты находишься на льду, когда тебя вокруг окружает, я не знаю, сотни метров льда, слепит еще жестче, чем в городе. Погода охеренная, но рыбы не ловятся. Хорошо, хоть телефоны взял потестить, и то радует. Стабилизацию мы нормально протестили? Пойдем. Знаете, меня оператор какой? Стабилизацию нормально протестили? Стоит вот так вот с телефоном. Стабилизация — это когда идешь, прям вот качайся. Вот. Это тест стабилизации. Ну, короче, то же самое, я думаю, как у Huawei P Smart, потому что камеры здесь абсолютно одинаковые. Молодцы, что дошли до 60 кадров в секунду. Это, конечно, рекорд. Оптической стабилизации за такие бабки никогда не появится. Ну, что еще может измениться? Ну, наверное, разрешение мальца может измениться. Возможно, в такие мобилы завезут 4K. Потому что у Xiaomi есть в такого ценовом сегменте 4K. У Honor нет. А опять же, нужен ли это 4K, когда у тебя изображение вот так вот плавает и нет никакой стабилизации? По сути, наверное, нет.